друзья, я рад всех приветствовать на канале СКРД Offroad. И мы сегодня в Краснодарском крае, в станице Дядьковской, на четвертом этапе Кубка Краснодарского края, само собой. Сейчас будет обход, много участников, тут будут дебаты. В общем, погода отличная. Ребятки, приятного просмотра, всем мирного неба над головой, не ругайтесь, не ссорьтесь. Живите мирно, и чтобы у всех все было хорошо, чтобы беда не посетила ваш дом. Все, давайте техпарк и погнали. Умка здесь, багги из Краснодара, но она не участвует, не вне зачета никак. Просто приехал показать, что есть такая техника. Много новых участников, вот этот УАЗик первый раз участвует на 35-х сильверах, впустили его в категорию спорт. Рамис также с Мишей. Павловская, Староминская, Яблоновка. Здесь вот все Нивы, УАЗики, слепые. Ну, в общем, Лютый приехал из ЮФО, опасный. Легенда 17 в туризм из Армавира. Лабинская. Стандарт готовится уже к выходу. Бывший Черныш, теперь мажор. И здесь... В общем, как всегда, мощный кворум. Здесь Crazy Frog. Ну и мы, конечно, с Халком там немножко в тенечке стоим. Нас выпустили. Вот клуб Партизаны сегодня организовывают эту гонку. Трасса просто лютая. Трасса лютая. За этим бугром болото. Сегодня все покажем. Сегодня у нас присутствует Антон, фотокорреспондент. Так что фотки будут мощные и красивые. В общем, все, начинаем. 5 минут и стандарт, поехал. Друзья, смотрите, какая у нас появилась наклеечка. Дело в том, что к этому этапу нам помогли подготовиться кубанские новости, за что им огромное человеческое спасибо. Это такой непосильный вклад в спорт, в развитие этого спорта, в нас. Вот, это кубанские новости, это получается первая краевая газета, также первый информационный портал kubnews.ru. Переходите на их сайт, подписывайтесь на газету. Все самые топовые новости и первые новости только у них. Ну а мы сегодня вот с такими наклеечками красивыми едем в гонку. Дверик, утро только началось, тут уже подгоны. Короче, говорит, ребята, пользуйтесь, пожалуйста. Задарил нам стабилизатор. СКРДшникам, чтобы снимали, красавчики, пацаны, нормально. Я шалеть, вот это да. Ну теперь только тебя снимать и будем, получается. Да. Сейчас будем учиться стабилизатору. Все, спасибо большое, Дверик. Давай, какие-то лапу хоть. Все, спасибо. Ну да, что такие подгоны. Спасибо. Нормально, нормально. Что-то клацало, по-моему, что-то порвалось, очень люто. Для стандарта, конечно, такая диагоналка, это очень жесткое препятствие, но... преодолимая. Ну, я тоже так думаю. Да, а я сейчас пойду дальше. Так. Максим! Иди отсюда, это моя дочка. Я понял. Вот стандарт. Нету блокировок, поэтому нужно ходом биться, страдать. Но заехал. Вот так вот надо переезжать. Вот не лагерь. Лютый, мощный. Рома, газу! Да, вот опасный. Две красные. Макс на второй круг. А, нет, отстань, это Никита из Краснодара. Это не Максим. Просто тоже без фар. И цвет похожий. Да все, нормально. С одного похожа. Ах ты хитер, а! Стандарт не унес.
давай. Ну, ходом. Снимай. Очень на изи. Жека из Армавира, Юра Штурманитова. А вот и Слепыш. Здесь будет хорошее место. Лютый боком, почти с переворотом. Темп другой. Здесь через бугор и сразу вниз за деревом. Это отец и сын. Экипаж. Есть три колеса. Еще у вас Хантер 001 боком. Будет три колеса? Да, есть. Ай, как больно было. Автомобиль Маэстро. Был где-то удар. Слышим неприятный звук ремня или вентилятора. Подвеска отличная, то есть если Нивы прыгают, Лютый едет, и вот этот УАЗик прыгает. Затроил малёха. Плотно идут. Почему я телефон не приближаю? Оторванный глушитель.
давай, колеса. Я думаю, два чемпиона как раз. Все, Лютый вырвался вперед, Красную обошел. Но пацаны бьются до талого. Ой-ой-ой-ой-ой. Подразбили трассу. Уже даже опасный встал в колее. Ниве тоже тяжело. Начинают садиться. По-моему, на заднем приводе передок, по-моему, не крутит. Ну, пытается. Машины кипят, жарко. Вот на таких скоростях тут не проехать. Все, есть. Так, надо менять траекторию. Все четыре колеса, все в порядке, прошел. Нормально. Макс. Сделанный мотор. 84/84. Хорошо отшитая онлайн машина. Поэтому крутит нормально. А здесь собралась уже пробка. Штурман сидит зачем-то. УАЗы прошли. Почему-то втроем машину толкают, хотя помощь разрешена назад, если это помощь. Здесь, по-моему, что-то стучит или просто цепляет колесо. И там тоже пробка образовалась, кто-то остановился, встал, застрял, и все. О, штурман вышел наконец-то. Лютый на очередной круг, но здесь проблем не будет. Останавливают гонку.
Итак, все-таки прозвище «мальчик, который разговаривает сам с собой», ко мне все плотнее и плотнее приклеивается. Поэтому поговорю сам с собой. В общем, стандарт. Весь подсел, ездят там две машины. Лютый уже, по-моему, 10 кругов проехал. В общем, все как всегда. Стандарт интересный. Пушка готовится. Димон, приседаем. Давай. Раз, два, три. Вот. Че, Димон, как настроение? Да ничего, боевое. Машина как сегодня? Как в целине? Как в целине, в бодром состоянии, только помытая. Да, там смотри, грязи сегодня прям нормально, галия хорошая, долбит. Я думаю, нигде грязь не пугала никогда, так что настроение боевое. А я менжуюсь, как всегда, перед гонкой менжуюсь, когда старт дают уже. Я думаю, нечего менжеваться, надо просто получать удовольствие. Вот, Слава, ну мы же еще видишь, нам тумбочка. Погода дает такая же напряжение. Фу, да, жарко, очень тепло, жарко, как в шахтах в том году было, да? В шахтах очень тепло было. Очень тепло, да. По-моему, сейчас тут даже прохладненько, потому что лесочек есть. А мы еще находимся так в низинке. В общем, ждем стандарт плюс и смотрим, как едет сегодня пушка. Вот чемпион заехал. Вот и Лютый прибыл на финиш. Немножко нервный чего-то сегодня, Руслан. Есть такое дело. У них этот красный головый мотор, это Toyota 3 литра. Да, внизу турбина, я знаю точно, она где-то к кардану сразу прикручена. Жень, как трасса? Трасса как? А вот такая. Да, не то, что было вот на UFO первый этап, да, сухая, неинтересная. Или та тоже была интересная? Везде, но интересно. В Адыгее не очень. Ну вот, начинается. В общем, что, еще в плюс поедете? Да. Еще в плюс поедете. Ну там будет еще интереснее. Там... Мы любим бензин. Сейчас у кого-то откачает у этого бензин, сольет и поедет. Категория стандарт плюс. Ай, это было больно. Вторая пара сразу прется в препятствие. Серега, ой, как больно. Но тут машины с блокировками, тут чуть попроще им, но все равно больно. Ай, не знает. Это подожди, тоже категория? А, это наш. О, Серега! Идет. Хорош. Прошел. Ну, отсечечки все лупят. Занял траекторию. Проскочил по ленточке, не порвал. Вторая тоже очень люто, очень быстро. Молодцы. Пошел, Хасан. Так, местная машина кореш темная и Миша на Лада Спорт. За рулем Сашка. Блин. Ой, как. Ай-яй-яй, больно. Первый прибывает УАЗик, лютого нету,
дорожки какие-то проблемы, пушка завелась. Завелся пушка! Как аккуратненько проехал чижик. Вот по траектории аккуратненько. И две Нивы как выехали, так и едут. Одна троит. Ой, Рамис чуть его не дал. Да, это Рамис. Леха закрыл, прошел. Адская колесница, реально адская, дымит. Так, Серега из Усть-Лабинска, 31-е, у него 510-й сафари, лебедка получается опечатана. Ой, как хорошо! Санечек. Пошла решетка, хорошая была. Мишаня добил. Пошел. Блять, просто он лупит, блять, сумасшедший. Вот он, чемпион.
кореш. Но висит он плотно. Клуб «Партизаны», вижу, значит, местная машина. Белая тоже качает, не пойму. Кореш встал. 312-38, тоже не знаю, стоит. Капот открытый. Так, пушка. Кореш пошел. Подтраивает машина, все равно неровно работает. Второе, 15. Так, и догоняет их Рамис. Как Рамис пройдет это? Тяжело. Но прошел. Так, черная Нива с багажником из Яблоновки, Адыгеи. И у него экстрим колеса, может, поможет. У него с блокировками, так что должен. Все, пройдет. Молодец. Вот кто на экстрим резиме, на жо, ну, такой, с шипом, им дают пенализацию, но они могут участвовать. А вот кто на гражданской АТ-шке, те, конечно, стоят. Серега где-то бампер погнул. Рамис неплохо идет. Не работают дворники вообще. Серегу обогнал. Серега что-то сегодня темпа не имеет. То ли где-то застрял. Рамис. Подмывает лужицу. И здесь у нас черная Нива. Как будто проблема с левой подвеской, как будто она на ту сторону упала. По-моему, не держится. Да, упала машина, нету амортизатора от Ароны. Им на
назад надо. Там нагребли. Назад, назад, давай, 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 давай. Идет, 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 идет. Хорош. Человек! Серега сел, не ту траекторию взял и все, сразу расклинило, а там прям болотина такая жидкая, там дна нету. Леха прошел. А, нет, это Рамис, я думал, это Серега, это 26-й, это Рамис. Это плохо. Рамис на сильверах, на 31-х, но сидит. Ну и здесь машины также остались. Заморал ты меня. Тяжелая работа блогера. Я каждый раз говорю, сегодня что-то нормально. Мы блогеры должны держаться вместе. Нет. Рядом с друг другом, рядом, но не вместе. Хорошо. Собака сутула. Идет, 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 идет. Ну-ка бампер где-то уебал. А, бампер нормально воткнул прям. Ребят, стандарт плюс прям сегодня едет хорошо. Нужно отдать должное, это новая трасса. Спасибо клубу «Партизаны», подготовили трассу просто отлично. Сейчас после стандарт плюса едет не в открытое, мы, конечно, в ней участвуем. И там будет еще жестче.
Thank you.
На второй круг аут пошел. Mm-hmm.
Давай, давай, давай!
Давай, пошли. Вот, сразу, выставляйся.
Ровно и пошел. И правее. Давай, не бросай, давай. Произошло. Я думаю, они по полную трассу едут, а эти пешеходы срезают, да? Стопудово, блядь. Подними эти накладки. Так, а зарядки? Кость, да, он сдох. У тебя, походу, зарядки не было, да? У меня зарядки не было, Кость, походу. Так, у меня ничего не работает, у меня вообще ни один датчик.
Вот зубастик такой же, дышит, но лезет, блядь. Жопы нет вообще. Жопа. Слава! Готовим! Раз-раз-раз! Финишируйте! Дай обороты чуть-чуть! Что она? Она едет. Едет? Да. Она валит. Она на повышенных едет. Парни, так а что вообще проблема случилась? А кто там еще? Умка. О, молодец. Все, завязывай. Итак, ребят, не вот катали. Косячно, больно, стрёмно проигрывать, особенно по технической проблеме, но... К сожалению, такое бывает. Техника не вечна, и нельзя предсказать, что поломается. Поломалось то, что мы никогда не ожидали, никогда у нас не ломалось. Лопнула раздатка, вытекло масло, пропало пониженное, ехали на повышенной, много лебедились. И получается, что-то либо с аккумулятором, либо развалился соленоид. Ну, в общем, одно за одним потянуло. В общем, проехали 6 кругов, не знаю, это, наверное, 5-е место. Хотелось бы на полку, но не все коту масленица. В общем, смотрим туризм, потом мощный спорт с кайфом и тогда уже домой.
нашел якорь. Санечек из Дядьковской поменял колеса, поставил голду, лебедку и едет. Плохо едет, мы там все раз и сами проезжали. Ну, старается, старается. 16 восьмиклоп. Поехал после Нивы сразу в туризм. У него были проблемы, он порвал лебедку, именно трос. И поехал на короткой, но так его и нету, не видно. Саня без блокировочек. Заехал. Иштехна сзади. Колеса, Симаксы, какие-то интересные звуки. Так, тросик, тросик что-то очень. Подъезжает на третий круг. Отлично. Влево. Так копает. Че, как трасса? Вода хорошая, да? Не знаю, я переодевался. Третий. Да, он впереди на полкруга. Колею уже накопали.
общем, я нашел, где все сидят. Это начало большой лужи. Здесь и Толик по капотину в воде, и, видимо, проблемы с лебедкой. И Саня Дядьковский сидит, Симба лебедица, и УАЗик. Это, по-моему, только легенда. Сегодня же один УАЗик, да, только легенда катает. Ну, вот он, легенда и стоит. Туризм, как всегда, первые два круга веселый, потом становится вялым. Много машин и стартовало, но всего три ездят. Так, категория туризм откатали, ничего сверхъестественного, поломались, засели и вот в том положении, как были, так и получается остались. В категории спорт у нас сегодня 4 автомобиля, Титан, Адыгейск, УАЗ на 35-х Сильверах, не знаю откуда машина. Машина Шторм Гулькевичи и легенда из Армавира. Парни, вы откуда? Краснодара. Краснодара, местные. Гулькевич. Да, и армавирцы. Все. То есть не накатались, да? Странно стартовал у нас спорт. Альбек сразу выскочил после 2 метров. УАЗ занимает выгодную траекторию. Попытка выехать самому, но это без шансов абсолютно. Титан на новом моторе, собранный ночью, новый выхлоп. Ой, кенгурятник спас. Нет, ЦСТ не цепляются, мокрый подъем. Весь грунт, получается, сорвали. И все, прошла минута, и стартуют еще 2 машины. О, стоило показать пример. Штурманы сразу побежали. Там на первом круге пошел. Здесь битва лебедок и штурманов. Легенда, УАЗ, два идут вместе. Смотрите, как лебедка тянется у УАЗика. Она идет, получается, прямо и потом идет вверх, заматывается. То есть я считаю, это неправильная замотка. Харламов.
аккуратненько с блокировочками и выезжает. Сегодня машина едет хорошо, проблем, я так понимаю, с двигателем нету. Штурман заряжен на победу. Должно было это экипажу все-таки повезти, потому что они долго были технические проблемы, несколько этапов подряд. Вачик, Вачик, Вачик. Вася, я здесь? Тяжелый, тяжелый. Идет по сантиметру буквально, но все, зацепился. Усилия. Сейчас будет, может случиться опасный момент, если якорь не выдержит и выдернет его. Серая. Нет, вот, якорь вырывается и автомат. Нет, нет, стоять. Отпусти лучше тормоз. Просто он мог перевернуться. Такое бывает. Первый круг. Нальби делает без проблем. Хорошо рассекает, идет на глиссере. Ух, какие ямы накопали. Ух, какие ямы накопали. Ошалеть. И за ним вырывается. Никаких проблем. Нальби. Слушайте, под водой там колеи нарыли в этой муляке. Прям ничего себе. Мы в Ниве открытой с костяной 7 кругов проехали без лебедки. Даже когда порвали раздатку, ехали, ну, Костян ехал сам, я шел рядом, иногда толкал там в начале, но проезжали, там не было таких ям. А сейчас прям смотрите, как машины прыгают. Вначале ямы. И легенда, и УАЗик стоят без движимости. Вот в категории спорт, к сожалению, так бывает, что маленький кворум, там 4 машины, получается, трасса уже очень сильно разбита, и получается, что там 2-3 ездят, одна встала, трасса длинная, машины проезжают там раз в 10-15 минут. Это очень сложно снимать, очень нудно, долго, потому что силы покидают уже к концу дня, этого жаркого дня, но очень насыщенного, эмоционального, в приятной компании единомышленников. Назад.
Напомню, у шторма вертикальная лебедка с одним мотором. Машина все равно тяжелая. Очень медленно, даже на вертикалке. Зацепа нет вообще. Ой. Гнутый титановый якорь. УАЗы продолжают стоять на том же месте в поисках своих якорей. Шторм готовится. Пошел. Оп, снесло шторма в УАЗик, остановился, и это его приговор. Ситуация. УАЗ не едет, висит плотно, шторм упирается в него, легенда тоже стоит. УАЗик не едет вообще. Легенда только на лебедке. Не едет назад. Не, вообще нет. Да пофиг, бери его, что делать? Ну да, блядь, спорт есть спорт. Ну а что сделать? На льби, получается, залебедился за сухое дерево с карозащиткой. Выехал и уезжает на очередной круг. А вот с УАЗиком, походу, вопросики. Давайте в двух словах объясню ситуацию. Вот УАЗик стоит, и он не может проехать уже там полчаса на одном месте, он повис. А шторм уперся, получается, в него, не может лебедиться назад, но УАЗик попросил по-человечески его не бить, то есть не царапать. А там получается скрещение траектории. И так как Андрюха очень вежливый человек и спортсмен с опытом, он, конечно, сказал, что не хотел так ездить, но все-таки не портит машину этому УАЗику и вынужден страдать. Поэтому огромная просьба от Андрея: не ездите в спорт на гламурных машинах. Итак, друзья, закончилось это мероприятие. Спорт подходит к концу. Там по трассе ездит один титан. Шторм, УАЗики, все стоят. В общем, спасибо, что досмотрели это видео. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня был жаркий день. Точнее, давайте так. Сегодня был жаркий этап и в плане погоды, и в плане накала страстей. В общем,
собираемся. Поздравляю всех победителей. Спасибо организаторам. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь. С вами был СКРД Offroad. И это канал про бездорожье. Всем пока.